Всем привет! Вы на канале Вокруг Земли. Смотрите, у нас какая елочка тут стоит. 2567 год, кто не знает. Сейчас в Таиланде у них свой календарь. Деревья украсили. Вот такая вот у нас красота. Видите, как все сделано. Молодцы! Такой алтарь, кстати, всегда стоит. Сейчас покажу. Вот алтарик. Преподношения всякие. Когда праздники, они тут оставляют всякие водичку там, то все. Молятся здесь, наверное. Вот, а мы вышли на прогулку. Самое забавное, что пешеходный переход здесь просто не работает в Таиланде, потому что светофор не горит. Когда работает светофор, он работает. Когда светофор не работает, пешеходного перехода считай, что нет. Никто не останавливается. Ну, как бы стоишь, что там, что тут, разницы нет. Короче, надо дождаться, пока, ну, будет меньше машин и уже переходить дорогу. Вот такие правила. Ну, как в Турции, в общем. Да и в Вьетнаме тоже, по-моему, говорят так. Не знаю еще. Там не были, но понаслышке, что в Вьетнаме тоже там движение очень такое сильное. И тоже никто не тормозит, не останавливает, не пропускает. Вот такие дела. Поэтому сейчас я буду переходить, как только будет возможность. А пока ее нет. Быстренько можно перейти. И здесь все. Слава богу. Вот так вот как-то. Велосипед можно было взять, но уже поздно. Вышли прогуляться, потому что постоянно находиться в состоянии таком, ну, как бы тоже не очень хорошо. Понятное дело, что особо не раскуражишься и не расслабишься. Мысли все равно еще есть. Ну, я по поводу того, да, что наш знакомый-то попал в больницу, вот. Но опять же, сидеть дома – это еще хуже. Поэтому все, что возможно, мы сделали, да, то есть он лежит в больнице пока, и что сидеть, переживать. Надо как-то отвлекаться наоборот. Соответственно, мы пошли на прогулку, а он пока лежит в больнице. Вот, единственный момент, то, что его перевели в более дешевый госпиталь, который находится в другом городе. Вот, его в Чонбури отправили вчера. Мы добились, да, то есть того, чтобы его перевели в другую больницу. Потому что изначально этого делать не хотели. Но сумма громадная, то есть 100 тысяч бат в день, но это, сами понимаете, это просто немыслимые деньги для одного дня в больнице. Вот, перевели сейчас в Чонбури, там, по-моему, 15 тысяч бат в день. Тоже немало, но хотя бы так. Вот, пока лежит там, ему сделали еще одну операцию вчера. Перенес, но сказали, что долго жить не будет. Да, то есть последняя информация, что долго жить он не сможет, потому что там, ну, все очень плохо. Вот, ставили номер телефона, ну, как бы, если что, они будут с нами созваниваться и говорить о том, в каком он находится состоянии, что нужно сейчас от нас, там, приехать, не приехать и так далее. В общем, мы пока на телефоне, ждем информации из больницы, в любом случае. Там улучшение, ухудшение у него, там выписка, не выписка, там умрет, не умрет, вообще пока ничего не понятно. Но врач сказал, что, ну, долго не живут после такого, после этих операций, после того, что у него произошло. А там, как бы, ну, все печально. Вот, там с кишечником что-то там, ну, в общем, вообще, все очень плохо. В посольство обращались, сказали, мы ничем помочь не можем.
сделайте благотворительный фонд какой-то, организуйте там среди друзей, там знакомых, пишите, кому хотите, собирайте деньги. Как-то так, короче. То есть мы вам не будем помогать ничем. Ну, ладно. Как бы, в принципе, понятно было. Вот. Соответственно, своими усилиями, чем можем, тем и помогаем. Вот пока такие новости. Ну, а мы как бы вышли на прогулку немного развлечься. Не развлечься, а развеяться. Пустой тук-тук. И я отдыхаю в нем. Странно, никого нет. Но сегодня четверг, и время 7 часов, может, не знаю. Сейчас придут еще люди, но пока вообще никого нет. Еще два человека вроде как стоят. И на этом все. Сейчас будем ждать, пока народ придет еще другой. Вот. В общем, мы решили, в общем, ехать в Хрисколотес, Big C. И там открыли новый магазин. Тоже покажем. Как бы я сделал отдельный обзор на этот магазин. Ну, говорят, неплохой. Посмотрим. Даже вот вон там он, никого нет в эту сторону. Я не знаю, сколько мы просидим здесь. Что-то странно, обычно быстро набирается народ, тук-тук, а сейчас никого нет. Никогошеньки. Сейчас они могут сразу человек 5 прийти толпой там. И все, и поедем, наверное. Вдвоем. Двоих он вести не хочет, в этом прикол. Смысл ему, он водила сидит. Просто ему смысл двоих вести, они никогда не возят. Пока полный не наберут, тук-тук. Полный тук-тук это, ну, где-то там 13 человек минимум. Они не едут. Ну и ладно, сейчас, я думаю, он может сделать исключение. Человек 8 соберется, поедем, возможно. Потому что он что, тоже сидеть долго не может. А еще они психуют, нервничают, там, вот. Два человека там, ну а что? Раз на раз не приходится. Зато на ночном рынке, блин, на Джунтиене, фудмарт, который народу вообще миллион человек, там не пройти ничего. Вот, а в эту сторону чуть маловато, конечно. Ну, он вроде, не, мимо прошел. А хотя вроде сейчас зайдет. Ну вот, еще плюс один, это уже хорошо. Короче, ждем. Ну что, мы снова в своем любимом месте, ждем вечера. Сегодня есть хороший товар. Вот, рыбку можно взять, даже роллы появились. Вот, наша любимая рыбка, вот эта самая вкусная. Сегодня ее много, я думаю, что мы ее возьмем. Есть такая вот по 56 крупная. Супы. По 28 какие-то, не знаю, курицы тут, ну короче, много чего есть. Вот, но чтобы не торопиться, но зато выпечки нет практически сегодня, так мало хлеба нет, и какие-то пироги только. Вот это вот, с яблоком, с ананасом, вот такие вот слойки вкусные, конечно, у них. Здесь я только с яблоком вижу. Вот, а народу, ну, нормально, ждут все, пока будут склеивать. Вот, у них еще, кстати, фрукты, а, еще сейчас пирожные, смотрите, еще багет есть. Вот, у них еще пирожные тоже бывают, вон. Тортики всякие, на тортик вон скидка. И здесь вот фрукты они тоже, ну, пока такие вот. Не обмотанные, чуть позже будут они 1+1 делать. Ну, уже готовые, нарезанные как бы фрукты. Не надо там чистить и так далее. Недорогое вот это. Помело дорогая, смотрите, 140 бат. Капец ценник. Вот эти тети, короче, они обычно, ну, делают скидки. Надо будет ждать. Вот. Что-то интересное. Что это такое, соус какой-то?
sweet fish sauce, сладкий рыбный соус. Вот так все виды, видимо. Яблоки вообще дорогие, 95, смотрите, бат за пакет. Килограмм, чуть больше может. Яблоки дорогие. А, у них, кстати, даже клубника есть. $239 стоило, сейчас 168, скидка небольшая. И черешня, вот черешня дорогая, 133 бат за 200 грамм. Так, кстати, какие-то блогеры тоже вроде, двое мужчин. Вот так, что ли, канал у них называется? По-моему, они. Вот дошли еще тут в аптечку, ну, по пути, магазинчик со средствами. Крутая штука для мужчин, да, то есть смотрите, то есть у кого есть проблемы, эрекции, все дела, типа мужской виагры, 150 бат одна штука, а 6 по 130. Вот, ну, на всякий случай, так, кто не знал. Ну и вообще тут, кстати, все средства, они, ну, смотря от чего вообще, то есть даже написано. Вот, например, вот это вот. Фанталайджон называется, да, то есть от простуды, ОРЗ, грипп, там очищение крови, бронхит, воспаление легких. Тоже классная штука, говорят, что за один день поднимает на ноги человека. Вот, и стоит 1,90, 6,70. Ну и так далее, да, то есть тут, ну, нужно смотреть, читать. Вот, например, да, какие-то капсулы вот эти вот красные. Улучшает работу сердечно-сосудистую, выносливость, повышает потенцию, повышает иммунитет тоже. И так далее. Тут, конечно, очень много всего. Вот эти штуки от сустава, кстати, хорошие. Вот мы брали их, да, то есть они реально хорошие. Вот, при лечении суставов, да. 80 бат одна. Ну, чем больше берешь, тем дешевле. Ну и, короче, вот тут очень много всего. Просто нужно смотреть. Я еще как-нибудь сделаю отдельный обзор. Здесь очень большой магазин. Мы здесь были уже как-то. Ну, не в этом году, правда, ну вообще были здесь. Также и мази, всякие средства тайские. Короче, я сюда приеду еще, конечно, обязательно. И вам покажу обзор на все, все, что здесь есть. А пока я взял себе вот такую штуку. Типа чай, его нужно заваривать. Вот, я просто кашлять начал. Говорят, что от кашля тоже хорошо помогает от, ну, короче, когда есть воспаление дыхательных путей и так далее. Вот, пропью, 40 бат стоит. Пока пропью это. Ну все, будем прощаться. Такой вот ролик получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Увидимся с вами. Всех благ вам.